Девчонки, всем огромнейший привет! Сегодня хочу показать свой заказ с интернет-магазина Beauty Zone. И меня этот магазин привлек тем, что там очень хороший выбор бюджетной и натуральной косметики. Давно хотела познакомиться с продукцией Пантика. Это крымская натуральная косметика с прекрасными составами. И, наконец-то, такая возможность мне предоставилась. Расскажу о средстве, на которое я изначально не возлагала никаких надежд, но меня приятно удивил этот крем. Это крем от морщин вокруг глаз. Начну, конечно, с оформления. Оформление у косметики Пантика, оно очень простое, очень такое лаконичное. Идут все продукты в картонных коробочках, на них есть подробная информация, указан состав. Но сами баночки выглядят у нас вот таким образом. Зато здесь есть заглушка, что не может не радовать. И крем для век, он идет такой плотной текстуры. Он очень жирный, он густой, он действительно питательный. В составе много масел. Имеет такой желтоватый оттенок, но на лице, конечно, никакого цвета не остается. Чем мне этот крем понравился? Он, конечно, очень плотный, но зато он так здорово питает кожу вокруг глаз, он ее восстанавливает, он справляется с небольшими заломами. И мне кажется, этот крем будет круто работать на возрастной коже. Согласитесь, такого результата, как питание, как разглаживание морщин, не добьешься и от более дорогих продуктов, а здесь такой бюджетный крем и такой классный результат. Поэтому советую, обязательно обратите свое внимание. Конечно же, я не могу пройти мимо масок для лица. Я их очень люблю. И на сайте выбрала две маски. Начну я с маски грязевой. Вот так она выглядит. В объеме 50 грамм. И давайте посмотрим состав. В составе у нас лечебная грязь, эфирное масло шалфея. Эта маска хорошо подойдет именно для проблемной кожи, для кожи комбинированного, жирного типа. Она хорошо справляется именно с излишним выделением кожного сала. Она матирует кожу, справляется с различными загрязнениями. Если есть прыщики, то эта маска подсушивает. Я не буду ее открывать, потому что она, ну, выглядит просто как вот обычная грязь. Но не имеет никакого противного аромата, все на лице комфортно. Я наношу буквально там на 10-15 минут, жду, пока маска застынет, и смываю ее косметическим спонжем. После этой маски я наношу маску омолаживающую. Выглядит она вот так. То же самое оформление, что нам заявляет производитель. Эта маска у нас восстанавливает молодость клеток, оптимально увлажняет кожу, делает мягкой и эластичной. Мне эта маска понравилась в плане хорошего увлажнения, хорошего питания. Она разглаживает кожу. Она по текстуре тоже плотная, чувствуется в составе масла. Выглядит она вот так. Я беру прям совсем немножко, тоненьким слоем, распределяю по коже. И через 15 минут я эту маску смываю. Мне понравилось то, как она работает. Она справляется и с шелушениями, она справляется с раздражением. Очень классно успокаивает кожу и приводит ее в некий тонус. Маска классная, я вам тоже могу ее посоветовать, тем более она очень доступная. Также хочу рассказать вам о продуктах для лица. И первый продукт — это крем для лица с маслом ската. Честно сказать, я впервые встретилась с подобным компонентом именно в косметике. А масло ската никогда не встречала. Здесь классный действительно состав. И этот крем, он больше подойдет, как мне кажется, именно для такой сухой, раздраженной кожи. Он восстанавливает кожу на ура. И я этот крем в основном использую как некую маску. Наношу небольшим слоем на лицо, оставляю на 5 минут. И за эти 5 минут моя кожа впитывает все, что ей необходимо. А затем я просто промакиваю излишки крема салфеткой. И результат вот как после хорошей, действительно питательной маски. Очень классно. Использую в тех случаях, если моя кожа страдает от обезвоживания. Если я, например, на днях делала пилинг или использовала грубый скраб, то этот крем
очень хорошо успокаивает, он очень хорошо увлажняет и питает. Опять-таки, мне кажется, что классно подойдет именно для возрастной кожи, потому что питание от него получается очень качественное. Хорошо подойдет для нормальной, для сухой кожи. Ну а если кожа комбинированная, то подойдет вот именно в качестве такой экспресс-маски. В целом мне крем понравился. Интересно было его попробовать, тем более с маслом ската, что это вообще за зверь такой, но крем оказался достойным. И еще один крем, который я заказала с Beauty Zone, это крем коллагеновый. Выглядит он вот так. Давайте посмотрим также с вами состав. У него текстура уже оказалась немного легче, и этот крем я стала использовать именно в вечернем уходе. Наношу где-то за 1,5 часа до сна таким тоненьким слоем, и на утро кожа чувствует себя прекрасно. Она ни в коем случае не рыхлая, не жирная, но чувствуется, что она за время сна она напиталась, она взяла все полезные микроэлементы, минералы, которые присутствуют в данном продукте, и она как будто светится изнутри. Этот эффект меня тоже порадовал. И опять-таки, девчонки, от многих других продуктов, которые есть в моем арсенале, которые стоят в раза 3, а то или 4 дороже, у меня такого результата не получается, как вот от такого бюджетного крема. Классная продукция, действительно, присмотритесь. Особенно советую девчонкам уже за 25, потому что эта продукция, она в основном все-таки направлена на такое омоложение. Я оставлю ссылку на интернет-магазин Beauty Zone. Заглядывайте, хороший магазин, мне понравился, и я думаю, что обязательно к нему вернусь еще раз. А я благодарю вас за внимание. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Будем с вами дружить. И увидимся совсем скоро. Пока-пока!